Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я бы хотела рассказать вам о покупке сумок в Вене в Австрии. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Хочу начать я с сумочки Фурла. Я на самом деле никогда не была фанатом этой марки, но заглянув в бутик Фурла, в котором, к слову, я была первый раз, мое сердце растаяло при виде этих малышек. Я взяла себе самую-самую миниатюрную версию, так сказать, на выход. Особо она не функциональная, но, на мой взгляд, очень-очень красивая. Такого винного цвета я себе выбрала. Внутри она тоже очень качественно все сделано. Качественный текстиль, качественная кожа. Ну, в общем, цена оправдывает качество. Я теперь понимаю высокую стоимость сумок этого бренда. В общем, сумочка мне очень понравилась. Все мои остальные покупки сумок были сделаны в магазине Michael Kors. Я очень люблю сумки этого дизайнера. Очень давно я хотела себе купить вот такую вот кроссбоди. Выбрала обычного серого цвета, она шла по распродаже там. Вот, внутри она выглядит вот таким образом. Длинный ремешок, качественная цепочка. Ну, в общем, все как всегда. Также я приобрела себе кошелек. Я бы не сказала, что я приобрела его под эту сумку. Ну, в общем, приобрела его, так сказать, на повседневную носку. Очень понравился цвет. Кошелек из натуральной кожи. Внутри, так, сейчас, секундочку. Внутри два отделения, застегивается на такой вот замочек, симпатичный. Также я приобрела кисточку. Кисточку эту можно повесить на сумку. И также у меня есть рюкзак Michael Kors, я покажу его вам в следующем видео, она туда тоже очень подходит. Она, конечно, немножко отличается по цвету, но, на мой взгляд, в принципе, гармонирует. Там просто не было кисточек вот этого цвета, а мне очень захотелось купить. И последняя моя покупка. Еще до конца не распакованная даже сумка. У нее ручки запакованные тоже на цепочках. И, кстати, что не характерно для бренда Michael Kors, она застегивается. Я посчитала, что это очень хорошо. У них же обычно здесь просто идут замочки у сумок, а это застегивается на молнию, чтобы ничего, так сказать, не пропало. Сумка такого интересного яркого цвета. Кстати, я бы не сказала, что она очень уж громоздкая вот в сравнении с кроссбоди, как она выглядит. Вот, в следующем видео о покупках я покажу, с чем я буду носить эту сумку. Всем большое спасибо за внимание. Всем до новых встреч!